В Самаре появится новый автобусный маршрут по улице Дыбенко. Эту новость сообщил мэр Самары Олег Фурсов на встрече с жителями Советского района. После того, как на Дыбенко открылся крупный торговый центр и отделение пенсионного фонда, самарцы обратились в администрацию города пустить по улице муниципальный автобус. Но общественный транспорт не может начать там курсировать до тех пор, пока дорогу не приведут в порядок. Ремонт начнется в ближайшие дни. До 1 сентября дорога там будет выполнена, и вы получите остановочный павильон и тротуары. Ходить по тротуарам хотят и жители домов по улице Георгия Райтнера. Сейчас вместо них только натоптанные тропинки вдоль проезжей части. И это единственный путь к находящимся здесь поликлинике и школе. Кроме того, на пересечении с улицей Карла Маркса нет пешеходного перехода. Подойти в дождь и в межсезонье просто невозможно в связи с отсутствием каких-либо дорог с жестким покрытием. Там идут дети и все остальное. У нас просто отсутствует ливневая канализация, потому что там стоит большая лужа, и все дети чуть ли не в сапогах должны туда идти. Мэр дает поручение своим подчиненным проверить ливневую канализацию, а там, где ее нет, организовать откачку лужи бойлерными машинами и усовершенствовать организацию дорожного движения. Если можно изменить движение транспорта, предложение подготовим, с ГАИ согласуем. Я думаю, что организуем несколько иначе все. И по тротуару, значит, тоже надо взять в работу, Вячеслав Сергеевич. Если не позволяет через солянку, как вы говорите, давайте гранулятом отсыпем. Вот мы это делали. 2 года прослужит, а там, может быть, подойдем уже к нормальному тротуару. Просто уровень поднимем, чтобы нормально была пешеходная дорожка. Волнуют жителей не только вопросы благоустройства, но и досуг детей. В лицее «Созвездие» ученики занимаются робототехникой. Но, говорят преподаватели, чтобы развивать это перспективное направление, не хватает места. На территории лицея у нас есть отдельно стоящее здание, которое можно было бы переоборудовать и отремонтировать, где могли бы заниматься дети не только нашего лицея, но и школьники всего Советского района. Мы выделили дополнительные средства, 400 тысяч на оборудование этому учреждению. Что касается вот этого здания, то сейчас ресурсный центр рассматривает и готовит смету для того, чтобы посмотреть, какие это затраты, во сколько это обойдется. Часть своих личных денег готов нести самарец Роман Панюков в строительство спортивной площадки вблизи 66-й школы. Я выступил с инициативой провести эту территорию, там 80 соток земли, благоустроить ее, построить спортивные сооружения. До настоящего момента я четкого ответа от властей не получил, и хотелось бы вместе с вами объединить наши усилия и провести этот участок в порядок. Участок земли был оформлен в пользование школы только в этом году, поясняют в департаменте образования. После этого губернатору направили письмо из Минспорта с просьбой выделить деньги на обустройство площадки. Наталья Владимировна, мне смета нужна тогда, да, по этой площадке? А давайте вот отдельное письмо губернатору за моей подписью, я готов локально переговорить по этой площадке. Встреча с жителями длилась около 3 часов. Все вопросы самарцев взяты на особый контроль. И те, что заданы лично мэру, и те, что оставлены в мобильных приемных. Следующая встреча пройдет уже сегодня вечером в Кировском районе. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.